Приветствую, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о простом способе, как избавиться от назойливой рекламы на YouTube. Ранее, чтобы избавиться от рекламы, необходимо было установить какое-то расширение или надстройку для браузера, после чего мы, собственно, уже не наблюдали рекламу. Предлагаю продемонстрировать наипростейший способ, не прибегая к установке каких-либо программ, чтобы избавиться от рекламы на видео. Итак, друзья, давайте проверим наш способ действий, как все-таки можно отключить рекламу видео на YouTube. Давайте переходим на любое видео с главной страницы и проверим наш способ. Вот мы видим, пошла реклама. У нас причем одна из двух реклам, то есть если бы мы ничего не предпринимали, чтобы посмотрели ролик, необходимо нам посмотреть две рекламы. Но мы этого не хотим. Что для этого нужно? Переходим в адресную строку к данному видео. В конце ставим точку. Нажимаем Enter. Вуаля! Все. Вот наш ролик пошел. Никакой рекламы у нас тут не предвидится. Все довольно-таки просто и понятно. В общем, кому интересно, пользуйтесь. Очень классный способ, не надо ничего устанавливать, никаких расширений, настроек для браузера. В любой момент, к любому видео, вы можете воспользоваться таким методом. Надеюсь, это видео было вам интересно, полезно. Пишите в комментариях, кому очень помог, кому не помог. До новых встреч, пока!